Всем привет, с вами Артур, и сегодня я хотел бы вам рассказать, как измерить среднюю стойку после бокового удара, боковых повреждений. Так можно измерить любую стойку. Итак, машина на стапеле, и я приклеиваю малярный скотч на 4 элемента крепления машины. Делаю на них метку, метка должна быть одинакова на всех 4 элементах, то есть расстояние от крепления до метки должно быть одинаково. Устанавливаем машину по уровню. Ну что, машина установлена по уровню, и я включаю вертикальный лазер и устанавливаю по нужным мне меткам. И затем измеряю все размеры и записываю их. То есть от какой-то точки сколько сантиметров попадает лазер. И таким образом, записав все размеры, я могу переходить на поврежденную сторону. Устанавливаю также лазер по меткам и начинаю измерять из тех же точек, что и по целой стороне. Ну и теперь, зная разницу от целой стороны и битой, я буду знать, сколько и как мне тянуть. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать. Так можно измерить любую стойку, любую точку. Вместо стапеля использовать можно какой-нибудь другой элемент, прикрутив его к порогу, и также все измерить. Ну, пожалуй, все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои видео. Пока!